Ну что, выберем какую-нибудь игру. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Это первая моя запись игры с местным. Ну что, попробуем поиграть. О, да. Вот она я. Демон. Чпунька. Это смешно. Итак, я член экипажа. Куда бежать? Что делать, мне понятно. Будем гулять. Но, надеюсь, что нас... Что это было? О, мой любимый фиолетовый с розовым цветочком. Угу. Чипуник, демон. Все здесь. Улица покинул игру. Повалим. Так, зайдем сюда, посмотрим. Ничего. А что произошло? Что произошло? Я что-то не поняла. Ничего не понимаю. Что это? Нормально, вообще просто меня взяли и выкинули с игры. Ну, возьмем другую. Пика-пикачу, пика-пикачу. Дина Саева, столовка, электрика, О2. Миссис Геймер ТВ. Аня к нам присоединилась. В67568Б. Угу. Будем знакомы. Блин, ну Пикачу, зачем ты покинул игру-то? Несерьезный игрок. Сад. Лисет. Или сад. Угу. Начинаем. Наверное, все-таки надо будет придется создать свою игру и поиграть, да? Я побежала. Я член экипажа. Я должна выполнить все задания. Так, одно есть. Так, столовка, надеюсь, ты не предатель. И меня сейчас не грохнешь. Нет, столовка не предатель. Наверное. Идем выполнять дальше. Оп! Идеально. Так, что у нас дальше? Здесь нам нужно. Что здесь надо делать? Угу. Ладно, с этим позже разберемся. Что-то я никак не понял. Поняла себе, что произошло.
Меня что-то кидает в разные стороны. Я вроде пошла делать одно, а оказалась совсем в другом месте. Вот, видали? Это что? Я тут еще походу музычку слушаю. О2, не бегай за мной, пожалуйста, я тебя боюсь. Очень сильный, он, по-моему, вылез с лука, гад такой. Это был все-таки оранжевый, блин, я-то думаю, что он за мной бегает. Ну все, блин, ну посмотрим. Блин, это оранжевый, как вам сказать, Дар, да, Столовка, ты права, это оранжевый. О, Дина. Красавчики, блин. Давайте, давайте, голосуйте. Ну, электрика, не тупи. Голосуй за оранжевого. Давайте, ребята, выручайте. Я буду снова с вами. Да, Столовка пишет, голубой, голосуй. Но что-то голубой не хочет. Они, наверное, друзья СО2. Кто же предатель? Давайте, давайте, давайте. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну-ка. Есть. До свидания, оранжевый. Точно.